Так, где мы там остановились? Ага, это я помню, да. 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 Да, конечно. Да. Что нас может тебя одурачить. В общем-то, народ, всем привет. И я с очень нехорошей новостью. Вам всем пи***ц! Видео я записал, но я его случайно удалил. Да, я очень умный. Сказочный ёб. И теперь, ну, я не прошел, кстати, эту главу. Я не понял, что там нужно сделать в конце 30 минут сидел. И так и не до конца не прошел. Сейчас я тогда попробую найти все решения. Вы смотрите, как я все решаю. На самом деле, я уже половины не помню. Возможно, что-то не помню, хочу сказать. Так. Вот эту штучку забираем. Вот так вот. Сейчас эту поставим. Так, тут я вроде тоже не позабывал все. На самом-то деле. Ага, вспомнил. Фух, наконец-то. Бу-бу-бу-бу, кликер! Бум! Куда сразу скажу? Примерно как толщина большого пальца. Вот примерно такой. Скажу, я не знаю. Код я не получил. Где его брать, я особо не помню. Там я ничего все равно полезного не найду. Тут я тоже ничего не найду. Пошли туда. Вернем призму. Да, у меня прогресс не сохранился, в принципе. Потому что... У меня же новый огурец. Кубик, вот он. Тут призмочка. Тут он говорит, то, что странный журнальный столик. Ну, вот так вот. Да. Да. Тут еще... телескоп в любом случае придется найти. Тут призма еще есть, кстати, я не нашел. Тогда. Можно выйти отсюда, пожалуйста? Быстрее, быстрее, беги. Нет. Выход заблокирован. Выхода нет. Окей, тогда нужно смотреть в экранчике. Покликал просто, все сработало. Все. Теперь кубик сюда. А теперь нужно с помощью, как там все было. Бум, белый, оранжевый, розовый, синий, желтый. Нет. Или оранжевый, белый. Нет. Ладно, сейчас посмотрим, что там за последовательность была. Тут цвета меняются, смотри. Красный, белый, оранжевый, синий. Не, по-моему, все так же. Красный, белый, оранжевый, синий, желтый. Красный, белый, оранжевый, синий, желтый. Красный, белый, оранжевый, синий, желтый. Белый, оранжевый, синий, желтый. Красный, белый, оранжевый, синий, желтый. Готово, 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 готово. Ты че ты? И тут все это мы делали ради одной призмочки. Но мы вернем сюда чуть позже. Ну, чтобы их ставить. Так, не о том думаю, ладно. Тут можно открыть. Окей, бежим дальше. Бежим, бежим, бежим. Оставляем следы. Да, подушка, ничего нету. Возможно, там что-то было на самом-то деле. А вот тут я нашел косячок разрабов и увидел то, что подушка, или как это назвать, в общем-то проваливается под текстуры пола. Тут у нас еще... Сейчас я сыграю. Так, тут у нас что? Тут ничего нет. Тут призмочка. Тут дверь закрывается. Как смешно! Четко. Я бы тоже поражал сейчас. Ну не все. Это серьезная игра.
который добавляет огромный монтаж. Ой, кажется, я случайно сломал. Случилось совершенно случайно, вы не подумайте, я сантехник. Я сантехник Владимир. 487. Я работаю уже 5 часов. Интересно, когда все починится? 15 тысяч. 15 тысяч! Ой, я, по-моему, тебя немного переоценил. Такс. Вот так вот. Отрубаем воду. И теперь бежим обратно. Призма, призма, призма. Так, тут тоже призмочка. Так, теперь возвращаемся. Мне нужно столько кодов узнать. Такое чувство, будто я коды сейчас в игру вводить буду. Ага, тут у нас рыбка. Возможно, я, кстати, вытащить могу. Тут у нас высвечивается камера. Интересно. Интересно. Призма. Но код нужно узнать. Трехзначный код. Странно. А, понял. Окей. Когда здесь воду типа включишь, она там будет работать. Тут у нас все так же электричество. Электрошокер. 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 Короче, говно битбокс. А, я же воду отключил, да. Ладно, когда я отключил воду, что-то будет доступно. Тут у нас послание. ЕДС или ЕОС. А может это перевернуть как-то, поставить как циферки? Не, на цифры это никак не похоже. ЕДС. Типа, а, там ноль нету, да. Забыл. Почему здесь в... Везде. Тут нету такой цифры, скажем так. Цифры. Ноль. Так. Не помню, звонил я, не звонил. Навряд ли звонил, но... Я позвонил только по монтажу 8-800-555-3535. Киска нам... Ничего не отдаст? Так. Вот тут вот я и остался в тупике, как и сейчас тоже. Я не понимаю, что мне нужно сделать. Е – это пятая буква. Д – это третья. Подожди, это четвертая буква. Это третья буква. Попробуем вот так вот. Мне в главных задачах на это вот. Разобраться с бассейном. Это я могу. Ой, это я могу выполнить. Типа, я могу что-то сделать, чтобы это открыть. Фильтр для бассейна. Тут все так же. Тут он все так же пищит на меня. Я не знаю, что здесь дальше делать. Возможно, в следующей серии мне поможет только YouTube. А пока что... Большое спасибо. Скорее всего, застрял, но просто из-за того, что не могу найти какую-то мелочевку. Всем большое спасибо. Подписывайтесь, делитесь этим видео с друзьями. Нажимайте колокольчики. А также...
Спасибо. Всем пока. Ах да, еще напишите любой комментарий. Все, теперь точно пока. Четко. Какова твоя профессия? Ты милиционер? Интересно. Это живой огурец. Вот он. Зачем его только из больницы выпустили?